Ровно год назад калязинцы впервые увидели, как необычный плавающий комбайн косит берега Волги от Рогоза до Камышей. И вот вновь по берегам Угличского водохранилища в границах Калязина работает эта специальная техника, которая выкашивает сорную водную растительность. Это идет активная фаза работ по линии Росводресурсов по реализации национального проекта «Экология». Тем самым водные объекты освобождают от древесного хлама и растительного мусора. Работы идут по всему Волжско-Камскому каскаду. На территории Угличского района Ярославской области, Калязинского и Кемерского районов Тверской. Как отмечают специалисты, растения накапливают загрязняющие вещества. И чтобы улучшить качество воды, их нужно удалять. Мы сначала натягиваем боны по кругу. Боны обтягиваем, чтобы траву не носили. Потом накашиваем. Специалисты филиала предприятия управления эксплуатацией Угличского водохранилища весь август выкашивают жесткую водную растительность по Калязинским берегам. Уже очищена территория в районе улицы Куликова. Это небольшой пляж в местечке Песья, берег вдоль Парка Победы и сквера Техникума. Самые красивые места, любимые калязинцами для прогулок. Сейчас активно ведется борьба с водным сорняком на реке Жабня в районе населенных пунктов Чаплина и Клыпина за Горбатым мостом. Площадь проведения всех работ составляет 6,5 гектаров. Протяженность очищенной акватории – 2,5 километра. В планах нашего филиала продолжать работы в Калязинском районе. И в следующем году мы планируем Солоновский залив. Там тоже очень большие площади, которые у нас и включены в программу. Там 33 гектара. Но в следующем году планируем 10 гектар начать убирать. В целом программа работ в Угличском водохранилище, рассчитанная на 5 лет, охватывает объем в 200 гектаров. Когда все мероприятия завершатся, значительно увеличится площадь водных объектов и улучшатся экологические условия проживания вокруг водохранилищ. Администрация Калязинского района не первый год активно сотрудничает с филиалом предприятия управления эксплуатацией Угличского водохранилища. Ежегодно совместно с депутатами и общественниками проводятся совместные субботники по очистке берегов от мусора.